Пока же к другим новостям. Япония требует от Совета Безопасности ООН жестко осудить запуск очередной ракеты КНДР. Сегодня в 5:30 по Москве Пхеньян запустил с подводной лодки баллистическую ракету в акватории Японского моря. По данным южнокорейских военных, запуск оказался неудачным. Ракета не смогла продолжить полет по заданной траектории. Ну а всего же Пхеньян провел уже 6 испытаний ракет типа «Мусудан», и все закончились с провалом. Наиболее удачным из них оказался пуск 22 июня. Тогда ракета, выпущенная с полигона в окрестности города Вансан, пролетела более 400 километров и упала в Японском море. Минимальная дальность полета для ракет такого типа составляет 500 километров.